Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня уже 9 число воскресенье, в общем, и поэтому мы сегодня будем уже отмечать день рождения дочки и новоселье. Сегодня придут родственники. В общем, мы с утра пораньше встали, я проснулась, вообще меня разбудил рабочий, пришел без 15:09, он меня разбудил, он уже навешивал там фасады, я уже потихоньку тут начала там варить картошечку, яички на оливье. Вот, начала уже потихонечку тут шуршать, готовиться. Вот, ну а сейчас на данный момент он уже фасады все повесил, все уже сделал. Мы с дочкой одновременно и готовим, я тут то картошку почищу, то полки вытираем. В общем, дочка там сейчас уже раскладывает, чтобы у нас, по крайней мере, мы могли кухней уже пользоваться. И чтобы там уже было на местах, по крайней мере, вот те продукты или какие-то там кухонная утварь, чтобы она у нас была под рукой, чтобы не бегать с одной комнаты в другую. В общем, что успеем, то разложим, остальное будем уже раскладывать полностью. Вот, ну, я уже и компотик успела с утра сварить. Ну, давайте посмотрим, что у нас сейчас творится вообще. Ну, вы видели, да, что у нас временная кухня была здесь. Бытовая техника стояла, все уже бытовую технику подключили, все включили. Мы уже поперенесли уже многое туда, в кухню, куда нужно, да. Вот, и вот она наша кухонька, красавица. Вот, да, уже на плите уже сварила я компотик. Доча тут с тряпочкой полочки вытирает. Часть полочек я успела протереть. Остальную часть дочка уже протирает. В общем, мы наводим порядок и готовим одновременно. Готовимся к гостям. Гости придут уже где-то часам к 5. Мы дали себе немножко времени, чтобы подготовиться к этому делу. Вот. Ну, в общем, кухня вся готова. Единственное, вот где цветочки стоят, там два фасада. Нам не довезли, довезут их позже. Остальное все уже отлично. Ну, по качеству кухни я расскажу, это уже отдельное видео, там целая история, как все начиналось, в общем, как все заканчивалось. Но сейчас могу сказать в целом, что все, в принципе, меня устраивает качество. Ну, немножко, да, задержали по времени, но самое главное, что сделали все хорошо, качественно. Вот, сейчас мы, конечно, еще и думаем, куда столько много появилось полок, столько много всего и ящиков. И еще надо думать, куда что положить. Но мы сейчас пока раскладываем только то, что нам нужно, вот тем, чем мы пользуемся часто, да, чтобы оно было. Ну, вот в этот уголочек. Вот мне нравится, кстати, подсветочка светодиодная вот эта над столешницей. Классно. Все освещает всю поверхность стола. Вот. Вот туда в угол мелкобытовую мы поставили технику. Эта вся поверхность у нас уже будет, как говорится, рабочая. И вот духовка, микроволновка, холодильник вот с правой стороны. В общем, потом уже дочка вам подробности расскажет про свою кухню. Она тут будет уже вам снимать и не раз ее всю. Уже вы все узнаете от нее. Я пока так поверхностно все делаю, рассказываю. Кстати, девочки, у нас, видите, вот хорошо, что дочка купила эту, как она, эту стремянку, да? Так как здесь вот еще на кухне вот верхние антресоли, видите, как много под потолком антресолей, они глубокие, 60 сантиметров глубиной, туда очень много можно тоже ну, положить вещей всяких, поэтому, в общем, здесь высокие потолки, занавески повесить, поэтому стремянка здесь все время нужна. Вот. И также в шкафу, видите, вот этот шкаф, кстати, очень хорошо мне нравится, как сделали, то, что он не занимает площадь, не отбирает площадь у коридора, и в то же время отражается в зеркале вот этот вот наш коридор, и получается, отражается в зеркале коридор, и кажется, что коридор даже светлее, просторнее, даже так кажется, чем был даже, да. Потому что этот угол, вот он отражается и увеличивает визуально площадь. Ну и благодаря тому, что все это белого цвета, все это вот только увеличивает пространство. Конечно, уже времени нет убирать, уже у нас какие-то вещи где-то еще лежат, что-то где-то недоделано. Но самое главное, что вот это вот самое такое главное, это уже сделано. А вот и я. Всем привет! Мне еще надо будет искупаться, и дочке искупаться. В общем, мы спешим, мы торопимся. Все. Время, кстати, полвторого. Время полвторого, да. А ну, пяти все придут. Ну, ничего. Мы, собственно говоря, готовить из-за того, что готовить не так много. У меня уже много чего подготовлено. Осталось только картошка почищена, компот сваренный.
картошку сварить, окорочка в духовку, все. Остальное все нарезка, девчата помогут. Вот, сейчас надо себя в порядок привести, а то мы как эти бегаем. Вот. В общем, все заняты, все в делах. Но мне очень нравится кухня, просто красота, я прям не могу. Кухня супер. Кстати, цветочки на полочке очень даже хорошо занимают вот эту нишу сейчас, да? Даже и не вставляют, да? Да. Классно. В общем, все это очень радует, все это очень приятно. Приятные хлопоты, как говорится. Девочки, совершенно нету времени взять камеру и поснимать. В общем, мы с дочкой тут уже поставили. Я уже компотик налила в графинчики, картошку осталось включить. Сейчас я тут режу на оливье, в общем, все. Перемыла бокальчики, стаканчики. В общем, окорочка я уже там посолила, поперчила, приготовила. Осталось их в духовочку только засунуть. Почти все готово. И сейчас быстренько пойду себя в порядок приводить. В общем, кухня у нас кипит. Вся работа уже в кухне кипит. Уже там пораставили чай, кофе, там вы эти посуду всякую разную, крупы, все. Утварь, все, что нужно для кухни, уже все поставили, положили в эти наши шкафчики. Вот. И сейчас уже скоро придут гости. В общем, через час с небольшим уже ждем гостей. В общем, бегаем, снимать некогда. Ну что, девочки мои хорошие, мы вчера микроволновочку вот эту уже попробовали, там разогревали, дочка что-то. А вот сегодня я уже пробую, как работает у нас духовка. Духовка Siemens, микроволновка Siemens. Духовка хорошая, мне нравится, и подсветка, и там и конвекция есть. В общем, много чего интересного, но я про эту бытовую технику встраиваю, потом вам буду рассказывать отдельно. Мы уже с дочкой будем готовить что-нибудь, я вам расскажу. Вот эта варочная панель, это тоже Siemens у нас. Картошечка уже варится. Кстати говоря, у нас тут есть вытяжка. Вот подсветочка от вытяжки. Вытяжка полно встраиваемая. То есть ее вот так вот вообще не видно. Она вся ушла в шкафчик, видите? Вот, вон она там вся в шкафу. И снаружи вот ее вообще не видно. Вот раз, закрыли. Тут у нас пуш. Так. Тут еще разобраться надо. Ну и можно вот включить немножечко, чтобы она вытягивала чуть-чуть слегка. Вот, картошка варится. Оливье сейчас девочки придут, помогут мне нарезать. В общем, все кипит, работа кипит. Девочки, а меня снимать некому, потому что я все время занята, я все время готовлю. Вот. Пока я тут вам показала немножко стол, немножко покажу себе. Я уже искупалась, привела себя в порядок, краситься не буду, не хочу. В общем, нормально я себя так чувствую, все свои будут. Сестра придет с дочкой и сын мой со своей семьей, все наши. Вот, так что вот так вот. Хороший шкафчик, мне нравится вообще. Зеркало такое просто отличное, прекрасное. И места прямо много. Все, пошла. О, уже первые гости пришли. Гости уже поднимаются. Сейчас поднимается мой сын со своей семьей. Так, а дочка там продолжает съемки, поэтому будете меня поздравлять. Будете меня тогда поздравлять. Ой, какие нарядные, какие красивые. Ну, целуйте меня тогда вместо нее. Я заместитель. Привет. Вот вообще, короче, глянь. Селена. Да ладно. Не забывайте. У-ху! Конвертики. Исполнение. Давай скорее. Меч. Привет. А где Настя? Чем она покрасилась? Какая красота. Да, думаешь? Мне нравится. Да я же говорю, что такая красивая. Не привыкла. Заходите в кухню, смотрите. Вообще да, классно. Ну так места много, я забила кухню. Как тебе букетик? Суперский, сейчас поставим новую. Сейчас мне надо, мне видео надо чуть-чуть доснять. Я башня. Так, у ребят сегодня тоже день свадьбы. День свадьбы 8 августа был, да?
обмен подарками. И здесь сзади тоже должен висеть, да? Там можно посмотреть. Цепочка, да, серебряная. А ты покажи колечко, Виталь. Да. Мое просто стало маленьким. Висит здесь. Да, ты же у нас растешь. Приветик. Привет, мои хорошие. Следующий. Катюшка, привет. Все блогеры. Привет. Сколько тут смеялось, пока нашли? Все, развивайся. Я пошутил. Я не помню. Еще помощники пришли. Сейчас быстренько на стол соорудим. В общем, такой импровизированный стол у нас получился. Да. Что-то у нас темно. Что свет повыключали? Давайте свет включим. Да будет свет. Она теперь сюда побежала. Вау. Да, красота. Я фотографировать не буду, мне жрать хочется, останется. День рождения! День рождения! Я с вами! Привет! А тебе что? О, это компот! А вы это что? Все. Вот она, наша семья, вся в сборе. Да. А, ты компот не любишь. Тебе что, другой дал? Все. Сели, кушаем. Пойдем. Давай, ручку мне дай. Наша большая дружная семья. Все. После застолья все собрали мусор, упаковки бытовой техники. И все дружненько мы все это несем на мусорку. Все дружно с семьей идем на мусорку. Ну вот и все, мои дорогие. Я только что приехала домой, переоделась, дома душно, включила сплит на всю. 32 градуса в комнате, а время уже 10 час вечера. На улице свежо, прохладно, хорошо. А тут же было закрыто все окна. В общем, проветривают. Устала, девочки, устала, конечно, вот это вот все эти дни, сборка, вот это ожидание, то да сё. А тут уже сегодня, пока утром доделали, тут и готовить надо, и в то же время надо новую мебель всю протереть, все полочки, порассувать, что там нужно, куда, чтобы знать, где посуда, где продукты, где что вообще. Вот, и все это быстрее, скорее, спешила, я хотела успеть, и то мы даже на 5 часов позвали родственников. Ну, в общем, еле-еле успела. Мне поэтому не было времени, в общем-то, честно говоря, брать камеру и что-то там сильно снимать. Вот так вот урывками какими-то взяла, чуть-чуть поснимала и давай дальше шуршать. Вот. Ну и пока гости сидели, тоже вот я села, поела и тоже там как бы вот, как обычно, как мы делаем за столом. Там тарелочки помыть, там что-то подать, убрать и так далее. В общем, ну я сейчас, честно говоря, с чувством исполненного долга, но я уставшая и не выспатая, потому что мне кошка спать не дает. Она мне не дает уснуть вечером, потом она утром рано на рассвете начинает на мне скакать, начинает меня будить. Вот, так что я приехала домой отдыхать, хочу отдыхать, уставшая я, все, все, не могу больше. Вот, ну, посидели, пообщались с родственниками, также же вот встречаемся, видите, встречаемся мы как на какие-то дни рождения, в общем, встретились, посидели, пообщались, поэтому я застолье не снимала, потому что что снимать нашу болтовню, она вам не нужна совсем, болтовня, как родственники обычно между собой болтают, да. Вот, девочки, ну я сейчас хочу это видео завершить. В общем, как говорится, день завершается, и видео хочу завершить. А завтра я хочу уже просто отдохнуть, тупо поотдыхать, ничего не снимать. Но нужно будет что-то монтировать, да, поэтому буду потихоньку монтировать. Завтра я снимать ничего не буду, хотя мне есть что снять и что вам рассказать.
пообщаться с вами по поводу, вот, скажем, вот этой мебели. Ну, единственное, что хочу сказать, качеством я довольна. Хочу вам сказать, да, то, что делали медленно, это, конечно, огорчало, но, с другой стороны, успокаивало то, что человек делает качественно. Все подгоняет, все, чтобы там все, ничего, никаких перекосов, никаких ничего, все аккуратненько. В этом плане молодец. Поэтому я и, в общем-то, терпела и молчала. Хотя, ну, много чего мне не нравилось, но я думаю, вот посмотрим, что будет по результатам. Ну, по результатам, хочу сказать, придраться не к чему, знаете. Вот, так что, ну, об этом будет отдельный там рассказ. Я думаю, что я вам расскажу, в общем, что нужно учесть тем, кто собирается заказывать мебель на заказ. Потому что мебель, которая уже готовая продается, фабричная, там все проще, и сборка проще, и все проще. А то, что делается под заказ, там есть много всяких нюансов, о которых нас не предупредили. Ну и как бы я хочу вас предупредить, да. Поэтому это будет отдельное уже видео сниму и расскажу вам, что нужно учесть тем, кто собирается заказывать мебель на заказ. Все, девочки, сейчас у меня уже просто башка не соображает, ничего уже рассказать, говорить не могу, все, собираюсь ложиться отдыхать. Поэтому на этом я видео хочу свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!